Ребят, всем привет. Это зоопарк в Кабнусе. Смотрите, какие прикольные принцессы Бурунди. Цихлитки. Разного поколения. И маленькие, и побольше. Все тут размножаются, никто никого не отсаживает. Слышь, видите, литовская речь. Я поговорил, это заведующее дело. Бурунди мне всегда тоже нравились. Очень интересный окрас. Особенно, когда их, смотрите, такое количество. Это очень-очень красиво выглядит. Вот у нас принцесса Бурунджо. Сказали, финансирование их практически государственное закончилось. Так что, что есть, то есть. Вот на данный момент вот такие вот аквариумы. Сами все делают своими силами. То есть каких-то рыбок из Риги привозят, каких-то рыбок они. То есть, ну понятно, что обмениваются. Я, как говорится, снял видео такое на минут 15. Разделил его там на 5-6 аквариумов разных. Буду вам показывать, выставлять. Рыбка называется принцесса Бурунди. Вот я назову ролик принцесса Бурунди. Выставлю. Покажу вам. Я думаю, что некоторым людям это понравится, потому что довольно интересно. Но ролики будут совсем коротенькие, там от 2 до 3 минут. Что мне в этом аквариуме еще понравилось, это вот сделан вот такой интересный домик. Гротик из камушков. Опять же, обсуждать и говорить что-то не так, это нереально, потому что люди, можно сказать, на донатах практически развивают, с минимальной зарплатой работают, и то делают вот такую вот красоту, с такими вот красивыми, прекрасными аквариумами с их бюджетом. Так что, ребята, ставим палец вверх, надеюсь, вам понравилось.